Сегодня у нас съезд ковбоев. Слушайте, сегодня у нас 28-я церемония вручения премии «Золотой граммофон» русского радио, который мечтает получить любой русскоязычный исполнитель на планете Земля. И у меня сегодня очередная номинация за песню «До завтра». Спеть несколько заветных строчек, которые даются в сердце каждого русскоязычного человека на планете Земля. Филатов & Кэр, с которыми были в одной гримерке, Мари Крамберри, моя любимая Севиль, Асти. Все достойны, все молодцы, я считаю. Каролина, она участвовала в розыгрыше и попала на встречу на золотой граммофон. У меня мечта сбылась.